Козочек пасут. Хорошие, красивые козы. Хорошие пастухи. Это вот за дома нашего, где живут квартиры. Какие козы. Беленькие. Серые, сизые, черные. В деревне как хорошо жить. Вот так. Это ветки срубленные, клен. Они их все объедают. Ну а дальше там вторая часть лагеря. Качели. С храма идут, там братья остановились, никому не мешают. Идиллия настоящая. О, как хорошо им здесь. О, козочка стоит, козлик. Куда-то пошел рыжеволосый парень, Миша. Вот эта вот картина в городе вообще невозможна даже. Володя, велосипед. Это вдоль улицы просмотр. Ну-ка, иди сюда. Миша, подойди сюда. Дай-ка я тебя сниму. Фуражечку сними-ка. Подожди, я посмотрю, какая. Какое? Какая фуражка у него. Да замечательно. А ну-ка, фуражку сними. Фуражку сними. Посмотри, какая у него головка красная. Красавица растет. Вот, пожалуйста. Из храма пришли. Он стоит хорошо, как будто бы все время молится. А тут у нас домик. Ну, надень фуражечку. Так. Даже показать, ну, показать еще не может город. Вот он, Мишенька наш какой. Пошли. Красавчик. Давай. А вон кто идет, Даша? Это вон там. Посмотри, Миша, вон там кто идет? Мама. А? Мама. Ну, беги, встречай, бегом. Беги, встречай, бегом. Какой рыжеволосый. Ох, как. Вот Настю несут. Нюра идет рядом со цветками. Тоже из храма. Вот смотри, как одеты, как платье, как волосы. Даже на маленькой Настеньке. И какие волосы. Вот она. Вот она как машет. Да красота-то какая. Неописуемая. Скажи. Вот она как. Спаси Христос. Ой, ну пошли. Все. Да цветов сколько тут, одуванчиков разных. Лекарство сделать. Ключ под дождкой. А у Миши фуражка от мельника. И у Нюра цветков напластала. О, платье тут не успевает за ней. Это вот сегодня у нас. Это что получается? 18 июля, ровно неделя, как тут было крещение. Неделя прошла. Братья наши еще в пути, известий нет, что доехали. Машина стоит открыта. У нас называются парники, теплица. Володя тут хозяйничает.